Я приветствую всех и каждого, с вами Бади. Продолжаем проходить Dead Rising 3. Как вы можете видеть, несмотря на то, что на улице лето, я в меховой куртке. И со мной мой верный друг Лена. Я же называю теперь ее Рэмбо, потому что я ей дал автомат, она его согласна взять. И теперь вы можете видеть, расстреливать зомби направо и налево. Пошли брать сюжетную миссию. Мы в нашем ангарчике. Давайте только поменяем на кожаную куртку, а то что-то я не очень себя уютно чувствую в мехах. Меха это не мое. Пойдемте спрашивать о том, за какими запчастями нам нужно будет бегать сейчас опять по всему городу. Уронды. Свежее решение. О, закончили главу, отлично. Это радует. Так... У нас осталось, получается, две главы. Нет, даже... Подождите, чаптер 6 мы начинаем. Да, две главы осталось. Я так понимаю, шестая будет посвящена полностью поиску этих запчастей, будь они неладны. Готово, нет? Нам все еще нужны запчасти. Господи, надо уже отсюда сваливать. Слушай, хорошая новость, и то, что я нашла письмо от одного богатенького коллектора с Sunset Hills. У него есть запчасти. Он хочет пожертвовать их. Давайте поможем ему. Не беспокойся. С ним все в порядке. Диего. Давай заправим самолет. Я не могу сделать это сама. Итак. Давайте смотреть, куда мы... Ой, да они издеваются надо мной. Чесарить через весь город опять. Почему нельзя было бы сделать быстрое перемещение между домами, да? Я бы им за это был очень сильно благодарен. Но не тут-то было, чесарить придется через весь город. Давайте так и сделаем. Но я, наверное, этот момент вырежу, потому что у меня все серии это езда. Ну, в принципе, вся игра в этом заключается, поэтому как бы это не столько моя вина, сколько вся суть игры. Возможно, ездить по первости сквозь толпы зомби было интересно. Но со временем это, если честно, поднадоедает. И уже хочется быстрее просто дойти до нужного места. Так, кстати, у нас появились очки, которые мы можем распределить за переход в следующей главе. Целое одно. Стрелять будем лучше. Хорошо. По крайней мере, у нас будет больше боезапаса. Лена там меня прикрывает. Вообще, напарники, конечно, полезная вещь. В любом случае, они отвлекают на себя какую-то часть зомби. Все в таком роде. Так, как нам лучше поехать? Лучше поехать налево-направо, там перепрыгнуть. Нет. Все-таки налево-направо-налево. Поедем через большой мост. Во-первых, позаработаем экспишек, это раз. А во-вторых, просто не хочется там мост перепрыгивать и все в таком роде. Ну хорошо, запасы пополнили. И приближаемся к цели. Нравится мне все-таки этот светофор. Самое эффективное оружие. Мало того, что он на ближнем бою хорош. Причем в куче врагов тоже. Но еще и при этом как оружие дальнего действия. Причем довольно эффективное, как по урону, так и по разбросу пуль. Прямо светофор находка для меня здесь в этой игре. Вон, видите, сколько пожарников. Давайте сожжем пожарников. Это же так весело. Тем более они еще очки за них много дают. Не вовремя. Их тяжело побеждать. У них, видимо, тут огнеупорная броня. Но в любом случае, на любого огнеупорного найдется свой пожар. Дружище, придавило, что ли? Так, все, мы добрались до того места, которое нам нужно. Проходим. Кстати, здесь еще недалеко у нас босс. Мы его тоже сейчас зацепим, я думаю, в этой серии. Проходим. Так,
У нас посторонние. Закрываем помещение. Если эта система активирована по ошибке, пожалуйста, активируйте через панель. Отмените. Оу. Есть какие-то ловушки всякие. Что делать-то? Какую-то панель надо найти или что? Не совсем понимаю. Так. Кто зомби? Это кто-то стреляет. По мне стреляет ловушки или нет? Так, давай-ка прикрывай меня, Лена. Так, нужно панель найти. Правильно я понимаю? Она привлекает орды, вот этот звук. Так, где тут панель-то найти? Это же здесь должно быть. Так, ищем панель. Где она может быть? Где-то рядом. Что-то я не вижу никакой панели. На втором этаже? Очевидно, что на втором этаже. Нет? Тихо, тихо. Так, нет, она меня опять отправляет назад. Здесь нету. Здесь нету. Слишком уж это дофига. Так, ну где панель-то? Это здесь? Оу! Нормально их так на меня выкинули. Так, панель-то здесь должна быть. Где? Здесь? Не вижу. А, все, нашел. Какое это панель? Это портативное радио. Так, ну я туплю, где она? Ребят, не понимаю, что мне нужно сделать. А, зачистить комнату. Иногда задания читать полезно. Все, 6 метров. Ну, как я думал, за картиной. Извини, Лена, под руку попалась. Все, вырубаем. Фух. Спасибо за вашу верификацию. Закрытие деактивировано. А теперь, где же наши запчасти? Давай искать. Где они? 23 метра. Где-то здесь они должны быть. Так, какая-то бабенка ходит. У нее запчасти, что ли? Что-то она обронила или что? Да, ключ. Так, теперь куда? 21 метр. Сарайчик, да? Так, чертеж есть, есть чего. Чертеж чего, только не понял. Так, Ленка скоро уже помрет. Мои силы меня как покидают. Так, здесь нужно взорвать, да? Понял. Взорваться будешь, нет? Нет, хрен раз два. А, ну вот запчасти, которые нам нужны. Все. Нашли альтметр. Найти теперь крыло. Ну не крыло, но что-то связанное с крылом. Сейчас узнаем, что именно, отцепись. Ух ты, что за рестлинг приемы. Ленка, ты будешь меня прикрывать, нет? Так, скоро у меня у этого оружия закончится боезапас. Расчищаем себе дорогу. Ага. А у меня еще такое есть. Я же запасливый. Все остальное оружие у меня для боссов. Так, проходим. Нашли? Нашли.
Так, судя по всему, его отправили же курьером в Инглтон. Нужно это выяснить. Так, я где-то там в пылу борьбы увидел... Так, все, Лена умерла. Почему ее память, минуты молчания? Где-то пока бегал, увидел чертеж, но не увидел чего. И не понял, что он из себя представляет, и взять его, соответственно, тоже не успел. Вон. Давайте смотреть. Что это за чертеж? Так, какой-то Пуксов Хазард. Название уже хорошее. Химикаты и труба. Ну, нашел. Место у меня есть. Надо что-то выбросить одно. Давайте посмотрим, что такое. Химикаты и труба. Что-то как-то мало предметов для такой большой конструкции. Так, ну, что-то массивное. Сейчас испробуем. Так, я так понимаю, мне вообще в другую часть карты теперь, да? Да. Поэтому мы с вами, не мудрствуя лукаво, отправимся к боссу. Для этого нужно из этого двора выбраться для начала. Каким-то чудо-образом. Через дом. Да, судя по всему, только через дом. Здесь не получится перепрыгнуть. Нет. Ладно, дом-то большой, бежать придется далеко. Интересно, что там сейчас за босс будет такой. Чем они в этот раз меня удивят? Так, все, валим отсюда, пока трамвай ходит. Так, позже как я оказался в том же самом месте? Как отсюда выбраться-то? Что-то я потерялся совсем в трех стенах. Как я сюда заходил? А, вот выход есть. Хорошо. Так, надо что-то пожрать. Причем срочно. Так, нам по дороге. Хоть что-нибудь, кофейку какую-нибудь, бутербродик, малипусечку какую-нибудь. Храню оружие для боссов, по той причине, что моя огненная пушка очень хорошо их мочит. Так. Судя по всему, я не жилец. Попробуем здесь обойти. Да. Это будет правильно. Так, по идее, есть что? Так, вроде есть. Абсент. Ну, абсент очень хорошо здоровье-то восстанавливает. О, как сразу хорошо достало. Кочегара выпил. Так, нам налево. Сюда? Судя по всему. Какой-нибудь богатенький уродец, мутировавший. Так, только мы здесь не пройдем, да? Или придется бежать здесь? Через гараж. Ну-ка, сейчас попробуем посмотрим. У нас тут что не герой, то и уникальный персонаж. Да, именно здесь нам надо было забегать. Так, ну чё? Что за прекрасное поместье, кто тут живет? Вижу, что человек богатый. И, судя по всему, больной на голову. Заходим. А, это мэр, здесь мэр живет. Особняк мэра. Ни хрена себе особнячок. У меня квартира меньше, чем его холл. О, наконец-то. Я очень долго ждал сервиса. Сервиса? Ты в порядке? Да, ну, провел эти дни, ты очень опоздал, а я не очень-то в порядке.
Ты можешь мне принести батареи для пультов и чипсов? Я слышал, что у вас есть ключ от хранилища оружия. Здесь как бы зомби-апокалипсис. А, ну где-то здесь ключ я видел. Подожди, сейчас ищу. Да, вот он. Хорошо. Можете дать мне его? Слушай, вы мне должны дать этот ключ. Там много оружия, которое заставит людей выжить. Знаешь что? Мне нужно немножко времени, знаешь, очень много разговоров. Они меня очень сильно усыпляют. Вали давай отсюда уже. Так, а что, с вертолетиками буду сражаться? Судя по всему. Так, что мне нужно? Мне нужен огнестрел. А еще лучше вот эта штука. Так, 24 метра. Не знаю, зачем ты меня беспокоишь. Так, здесь эта статуэтка. Ты сукин сын. Это можно не переводить. Вообще-то это был подарок. Сколько их у тебя еще? Так, что-то много дверей. Еще и зомби тут куда-то взялись. Мне все их надо проверить. Так, что здесь делать надо? Поторопись и умри, чтобы я мог вздремнуть. Все, ты меня достал. Ты отсюда не выберешься. Что же надо сделать-то? Давай уже умри. Доберитесь до курьера. А, вон там что-то есть, вон отключение. Службы безопасности, видимо. Ну что делать-то? Все, понял. Надо уничтожать. С другой стороны, что ли? Да. Так, разговор только о том, что я хочу спать. А он говорит о том, что дай мне поспать. А он рассказывает о том, что облагоразумься. Так, на второй этаж. А я могу быть в больших милях отсюда. Ты что такой ленивый, говорит? Так, блоки управления нашел. Еще один. Ну-ка давай, говорит, мои приборчики не ломай. Ты меня достал, чувак. Ну, ты тоже меня. Так, поберегу-ка я вот этот огнемет для своих нужд. Ух ты, откуда взялся это? Все, а дверь открылась, да? Ой, сколько там вертолетов, капец. Так, спускаемся. Мне бы что-нибудь сажать по пути. Так, ну они разговоры повторяются, поэтому я даже не перевожу уже. Хорошо. Так, у меня жизнями понты. Ты можешь просто остановиться? Пожалуйста, не бей меня. Святое дерьмо. Умер от страха, что ли? Обосрался? Я ему даже ничего не сделал. Так. Все, судя по всему, удачно. Еще и ачивку дали. Ну да, сражаться с вертолетиками не очень приятно.
Так, у меня теперь от полицейской станции ключ. Это там, где нам мужик просил гранату. То есть, в принципе, туда можно будет прийти и набрать оружие. В принципе. А вообще, в принципе, нам ехать совсем в другую сторону. Для того, чтобы туда доехать, здесь я не проеду, да, насколько я помню, да, здесь тупик. Мне придется опять всю эту дорогу проделывать заново. Как же меня это бесит, товарищи, просто не представляете. Ладно, здесь какой-то чертеж есть. Нет, не здесь. Дальше. Где он? Вижу. Ну, блин, не умереть бы сейчас что-то по глупости. Какой-то робот полицейский. Перчатки. Нет, не интересно. Так, где мне взять жизни? Где мне взять жизни? В доме куча всего. Возвращаться туда не хочется. Арбузик съесть можно? А, он испорченный. Давай, блюй, 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 блюй. Зато здоровье поправил. Тут как бы надо составлять приоритеты. Выходим. Так, теперь сюда надо еще и свалить как-то. Так, наверное, придется немножко попрыгать с высоты, чтобы не бегать кругами. Так, тут и нормальная была еда, оказывается. Так, и тачка как раз для меня. Ой, как все удачно совпало. Так, нам назад. Давайте дойдем до гаража. До дома пополним свой запас. Отвалите, достали. Ладно, домов еще будет куча. Поэтому просто до гаража. Возьмем, наверное, мотоцикл, чтобы это было быстро. Потому что он самый быстрый, в принципе, по скорости. Поехали! Так, и задача у нас теперь ехать направо, налево, направо. Так, ну ладно, это не проблема. Сейчас соорудим новый. Я же могу это сделать? Нет, я, по крайней мере, могу сесть просто на мотоцикл. Кстати, сколько уже играем, а просто на мотоцикле-то мы особо и не ездили. Так, мне надо держаться правее, тогда, кстати, можно будет взять сайт-квест. Посмотрим, что он из себя представляет. Как я уже сказал, я беру сайт-квесты, которые по пути. Правильно едем. Ну да, просто на мотоцикле не так это эффектно. Так, 80 метров. Магнус, что-то интересное. Опа! Эффектно. Меня тут приветствуют. Магнус, кто такой и что тебе нужно? Маркус. Привет, что с тобой случилось? А, просто царапина. Я нашел чувачков, которые со мной это сделали. И зашли в мой грузовичок. Что они с тобой сделали? Я с ними ездил 10 лет. А они просто взяли и бросили меня умирать. Ну и как взрыв их фургона выглядит как месть? Здесь смысл о том, что контрабанда в ней, поэтому я их взорвал. Я нарушил их планы, и они больше не вывезут их из города, по крайней мере, с моей помощью. Судя по всему, они не очень рады, что ты сделал. Да, теперь ты видишь всю картину. Хочешь со мной? Взрывай грузовики, и я, возможно, помогу тебе с чем-то. Ладно, взрывать грузовики, да? Не особо-то это весело, честно говоря, взрывать грузовики. Поэтому этим заниматься я особо тоже не хочу. Так, махнемся на тачку.
Ну, садись. Что тебе не нравится? Так, и все, едем прямо. До сюжетное задание. Так, относительно мы недалеко. Ты меня не напугаешь. Я не пытаюсь. Вылазай. Что ж ты так? Так, мне куда-то туда, в это же помещение, судя по всему. Нет, мне не сюда. Чувачок, я занят. Не кричи ты так, не привлекаешь внимания. Так. Я где-то рядом. Есть контакт. Найти то, что нужно. Это что? Это мечом буду их мочить. Все, забираем. Хорошо, нашел. Такая маленькая херня, так много проблем. Так, у меня есть все, мне нужно вернуться к самолету. Я нашел, мне нужно отсюда свалить просто куда-нибудь. Так, здесь есть каток, да? Прорубаем себе самурайским путем дорогу. Вижу там более лучший экземпляр, на котором я сюда приехал. Все, валим, 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 валим. Так, и судя по всему, мне обратная дорога-то и возвращаться. Если я правильно помню карту. Да. Едем прямо. Сворачиваем налево, там у дядьки. Очень много вот этой бесполезной езды. Не устану это говорить, знаю, что повторяюсь, но это действительно так. Давай, давай, давай. Проезжай. Так, здесь нам налево. Спущаемся. И все, и там уже до нашего местечка рукой подать. Не очень удобная для вождения машина. Машина сейчас взорвется. Эффектно. Благо мне здесь другую поставили. Ну, залазай, залазай. Залазкин. Плохо, что нельзя вот в эти бетономешалки залазить. На ней бы тоже покатался. Так, все. Осталось совсем чуть-чуть. И мы уже будем близки к цели. Только я не удивлюсь, если они мне зададут еще одно задание, которое вообще в другом конце карты. Я уже в этой игре совсем ничему не удивляюсь. Я просто хочу ее закончить. Так. Я тут еще и просто так-то не доеду, да? Едем до упора налево. Так. Где-то здесь у нас дом. Совсем рядом. Не мешайтесь, гады. Ползучие. Так, только я не помню, как залазать. Пробуем бежать. Выход есть, есть. Все, вспомнил. Я здесь был не раз. Давайте пополним свои запасы, потому что... Следующей миссии надо подготовиться. Что-то какое-то напряженное сейчас обстановка, что-то все орут, рычат. Они всегда это делают, но сейчас я почему-то себя очень напряженно чувствую. Моментами. Иногда здесь чувствую, что себя так расслабленно, как бы не паришься ни по какому поводу. А иногда прям очень как-то напряженно, прям чувствуешь, как напряжение в воздухе висит. Так, мой любимый светофор. Моя любимая... Ручную пулемешку.
и все. Так, вылезти можно отсюда. Да, и будем ближе к цели. Кстати, вот этот меч у меня очень давно, но я, конечно, мало пользуюсь. Но в любом случае, он у меня уже, по-моему, с десяток серий. Так, здесь скоротим дорогу. А бежим. Через здание, кстати, намного эффективнее бегать. Так, кто-то умер. Я расстроен, что кто-то умер по этому поводу. Но мне сейчас на это наплевать. Были у меня тут уже куча напарников. Еще сколько будет. Все отошли. Так, я близок к цели. Тачку сооружать не буду. А почему бы и нет? Правильно говорите. Потом-то пригодится все равно. Хорошо. Кого-нибудь еще вот эта картина удивляет в игре? Меня уже нет. Причем давно. Все, отлично, отдаем все части и смотрим, к чему это все приведет. Что-то первый раз такая долгая загрузка, или просто я не обращал на них внимания. Видимо, очень длинный ролик будет. Возможно, даже перейдем на следующую главу. Все слушайте. У меня все части. Последняя из них. Отлично, чувак. Дай-ка мне секундочку. Давай-давай, заводи. Давай попробуем. Теперь нужно забрать остальных. Я тобой очень горжусь. Горжусь, что ты вместе, что мы вместе прошли через все это дерьмо. Подожди, а ты куда собралась-то? Мы же сейчас отсюда собирались свалить. Ты чё, Ник? Это мой единственный шанс справиться с вещами. Я никогда не должна была покидать своего бывшего. Он был хорошим человеком, я с ним неправильно обращалась. Мне нужно найти его. Что ты собираешься делать? Вернуться в свой гараж на некоторое время. Решить, что делать дальше. Я хотел бы, чтобы ты передумала. Я буду скучать по тебе, Ронда. Ты самая близкая из моей семьи. Хорошо. Дерьмо. Чувак, эта тёлочка просто безумна. Ладно, нам нужно забрать Энни и валить отсюда. Возьми эти ключи. Я не доверяю себе больше. Как он завизжал забавно. Я взял его. Ну, кто бы думал, что все так хорошо закончится. Отправляемся в плен. И, судя по всему, новая глава? Последняя? Нет. Я уже обрадовался этому факту. Мне кажется, уже все поняли, что я очень хочу эту игру закончить. Уже она порядком мне, честно, поднадоела. И в плане вот именно своих вот этих вот бездумных переездов. В плане оружия у крафта тоже уже удивительно меня особо ничем не может. В принципе, игра... Поначалу была довольно веселая, удивлялась, сейчас же удивляться ничему уже не приходится. Обыкновенная рутина с элементами сюжета, на что я обращаю основное внимание. Ко мне обращается. Что происходит, чувак? Что происходит? Наконец-то вы проснулись. Арф, откуда она знает? Что происходит? Что вы делаете? Чертежи там валяются. О, Господи, почему мама? Активируйте вот этого первого. Посмотрим, он ли это или нет. Активировать? Активировать что? Начинаем тест незамедлительно. Отвалить от него. В общем-то, я так и знал, что они
содержат в себе антидоты, и они сейчас над ними эксперименты проводить. Кто-то из них один, какой-то нужный им объект. Очень больно! Ник, помоги мне! Ух, ё-моё. Что он делает? Какие-то змеи, осы. Что происходит? Валим отсюда, валим! Его разорвало, вылезли осы, которые мутируют всех остальных. Эвакуировать и изолировать комнату. Никого не выпустить, никого не потерять. Это наш последний шанс. Я сама бы спущусь, если понадобится. Генерал Хемблок. Лаборатория больше не безопасна. Лаборатория больше не безопасна. Успел сбежать. Но выбегать из этой лаборатории мы будем уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Следите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Coming into the light. Yeah. Break that down the wall.